Всем привет, с вами канал «Все для огорода». У меня птицы, воробьи вывелись и начали в теплицу залетать. Я их, конечно, выгоняю. Что я решил? Я здесь сетку натянул такую. Вот, натянул. Воробьи не будут туда летать, воздух проходит, бабочка не залетит, а то бабочки там гоняю. Короче, вот такая тканька. Ну и такой рулон какой-то, я не знаю, что такое. Один раз нашли мусорники. Может, утеплитель какой-то, не знаю, что это такое. Вот, и с той стороны тоже. Но здесь внутри открывается окно. Туда, здесь просто проще было натянуть и все. А там немножко другая система. Теплица стоит уже 10 лет. Поликарбонат 3,5, не четверка, а 3,5. Очень мягкий. Может, хорошо, конечно, мягкий, он тоненький такой, продавливается. А здесь я изнутри сделал вот так вот. Вот здесь. Пришлось посверлить, но еще не все насверлил. Ну, пускай, все равно птица не полетит, правильно. Вот, а здесь еще окошко у меня. Я сначала на окошко натянул, дырку надел, думаю, а как же будет это воздух проходить. Потом пришлось там переделать прошло. Ну, вот так вот будет выглядеть. Вот так. Вот. То есть окно закрывается. В этом году сделал окна. Там была одна петля, потом нашел вторую петлю. Сделал, чтобы окно открывалось. А то была только дверь. А теперь я закрыла. Вот бабочек опять залетел. Ну, зараза, где только залетел мне. Опять скотина залетела мне. Зараза. Летай туда. Зараза. Залетел. Ой, зараза. Ой, скотина, блин. Зараза, блин. Чего нет? Где-то как-то залез, блин. Зараза, блин. Твари, блядь. Если выращиваешь, они будут клевать какую-нибудь фигню. Они, у меня мозгов-то нет ни хрена. Вот. Какие у нас арбузики начали расти. Вот они, красавцы. Во. Красавцы. Красавцы. Просто красавцы. Просто, просто. Здесь еще шарик такой где-то лежит. Во. О, блин. Уже как у слона яйцо. Вот. Надо сеточку теперь искать. И я утром опылял их. Они пыляют хорошо. Вот это ряд мало, мало, мало завязи, мало. Тут больше завязи. И что-то листва начало желтеть. Не знаю, что не хватает. Мало. Хотя поливаю, может, залил водой мне, хер знает. А, здесь еще где-то видел. Вот какой арбузик будет. Длинненький. Вот. А, он как раз ляжет сюда. И у меня вот эта доска вот здесь вот такая специальная. Это чтобы арбуз здесь лежал. Я потом немножко его так плеть опущу, чтобы он лежал на этой доске. Чтобы сетку мне не ставить никакую. Вот не знаю, как залетел. Воробей-то мне, хер знает. Я говорю, может, раньше он просто залетел, сидел там. Вот, посмотрим. Я здесь вроде дырок нету нигде никаких. Здесь тут натянул туго. Может, там пролез дырку, блин. Завтра там досверлю и потуже сделаю. Вот. Что-то желтеют листья у этих арбузов, блин. Не знаю, что там. Блин, еще арбузов-то нету, а уже плети желтеют. Желтеют плети. Азота, может, надо подкормить. Надо будет это купить. Или крапиву. А, крапиву, точно. Мне крапиву полно. Возьму крапиву в бочку. Немножко, пускай это азотом подкормим. Да вроде поливаю раз в день. Может, часто поливать не надо. Здесь вот мало завязи. Только вот один такой вот этот большой и все. Остальные. Ну ладно, сколько будет. Мне хотя бы штук 5 или 6. Здесь вот тоже отломился.
Что-то как-то тоже вянет. Листва. Ну, в общем, здесь вот как-то более весело. Хотя, правда, густо. Здесь я семян сажал штук, наверное, 50, наверное, здесь вот на земле. 1,5 метра на 3. Я пылил. Вот. А пылишь, вот они начинают расти. Вот. Неопыленные, они отваливаются просто, желтеют, отваливаются. Уже два было неопыленных. Повесил тряпку, блин, специально, блин, чтобы эти храби не летали. Скоты. Как-то залетел мне. Может, сидел там, я не знаю. Или отходил, может быть, он залетел мне. Ну ладно. Теперь открывать не буду, просто открою вот так вот и все. Я думаю, не залетит больше. Нет, он, наверное, сидел там. Вот здесь еще надо придавить. Завтра посверлю и сверху еще там тоже дырка у меня. Все. Длинноплодные огурцы, наверное, отходят, а уже плети засыхают. Они, наверное, с краспелкой, наверное, скорее всего. Я штук 5 я съел длинноплодных. Да мне, в принципе, больше не надо длинноплодных. Они салатного типа. Сейчас вот закрываем. Вот где он может пролезть, этот скотина? Вот здесь плотно. Сюда. Может, сюда залез мне. Ну ладно, завтра я натяну все это дело. Все, вот эту закрываем окошко, а то откроем. Хватит и одной. Воздух будет проходить и все. Помидор здесь нету в теплице. Там у меня наверху пирамидальный солнечный нагреватель. Один, правда, там прорвался, этот шланг там. Я там хомут сделал, все равно видно, сочится вода. Надо будет завтра поставить лестницу, открыть, посмотреть, где течет. Устранить течь надо. Здесь пустырник он растет. Завтра займусь вот эту, буду косить эту крапиву. Вот, заведу этот бензомашинку и все покошу. Сегодня мне некогда было. Здесь замочил огурцы. Вот я в воду положил, завтра, может, посолю их. Здесь мусор надо собрать в мешок. И все. Вот, с вами канал «Все для огорода». Сегодня поливал эти огурцы, вот поливал. Здесь вот арбуз, то есть виноград здесь. Ну, как-то плохо он растет почему-то. Вот эту лебеду надо выдернуть завтра будет. Нафиг она здесь нужна. Вот и сюда поливал, эти отводки поливал. Обязательно надо подводки. Вот надо кому-то навязать один отводок. Один себе посажу. Виноград, в принципе, мелкий. Вот такой виноград мелковатый, конечно. Но сладкий. И он, главное, морозов не боится. Он, наверное, скорее всего, не укрывной. Хотя я укрывал его, он не вымерз. А вот который у меня Лидия была, вроде она родственника Изабеллы, он почему-то замерз у меня. Не знаю почему. Может, не на том месте. Ну, вроде я выбирал. То место выбирал. Вот. А один я посажу. Отводок. Вот этот первый мне. А этот отводок я соседям кому-нибудь навяжу. Мне два не надо. Мне одного хватит. Вот. Здесь вот растет кишмишный сорт. Вроде тронулся в рост, но что-то как-то туго. Здесь вот восторг, ни хрена не растет, нифига. Посадил, вроде корни там есть, и листочек один, и нифига не растет этот восторг. Чего ему не хватает, хер его знает. И листья, видите, какие крупные. Я поливаю здесь этим удобрением виноград. Видимо, попадает корням, и листья, видите, как лопухи. Это вьюны. Они хорошо цветут. Они в августе цветут в основном. Их птицы эти семена не клюют, они висят вот всю зиму. Потом просто откопаешь землю, шелушишь, и все, даже не надо присыпать землей.
водой полил, они сами пускают корни. Главное, палочку надо наставить, чтобы они вились непосредственно по своей шпалере. Вот. Вот видите, он сюда залез. Вот нахера вот здесь, вот ты здесь нужен там. Вот. Возьмем его, отвяжем. У него своя шпалера есть. Пускай он здесь. Вот здесь вот замотаем его сюда. Вот. Понятно, да. А здесь вот видишь, вот вилка обычная. Опять взял, присосался. Здесь тоже вилка, видите, присосался. Ну, я сейчас это, его их отвяжу и пущу, пускай по своей шпалере. Это. А то у нас тоже, у меня было, до этого не было шпалеры. Я это, была одна шпалера. И вот эти вьюны, как виноград, забили. Там ни вьюнов нет. То есть, вьюны есть, а винограда нету. Я здесь сделал вот эту шпалеру. Сначала вот такую сделал, вот буквой «Г». Вот потом уже второй ряд сделал, и сделал арку еще. То есть вот арка такая вот. Одну арку сделал на второй год. Вот эту сделал, а на третий год вот эту здоровую. Правда, она выше получилась. А, хрен с ним, что это не до жира. Кого здесь удивлять-то? А винограда нет ни хрена. Только вот, вот этот и больше нету. А этот, ну... В прошлом году, в июле месяце, 2 метра были эти виноград. А здесь он посадил, он уже 3 месяца вот сидит в одном месте. Только вот сейчас вроде начал расти. Чего им не хватает, не знаю. А здесь уже скоро август, а там ночи холодные в августе, и он вообще перестанет расти. Вот, не знаю, хочу еще заказать. У меня еще есть посадочные ямы. Значит, раз, два, три... Так, посчитаем. 4, 5, 6, 7. 7 посадочных ям есть. Наверное, 7 надо заказать у кого-нибудь. Хочу заказать Аркадия. Вот, сорт Аркадия. Ну, какие-нибудь ультраранние такие. Вин я не хочу заказывать, потому что у меня это была, это Лидия. Мне не понравилось. Я кислый. И поздно поспевает. Мне не понравилось. Вот Аркадию закажу. Преображение обязательно закажу. Вот. Ну, Крайнова, естественно. Вот. И здесь вот что-то кто-то прислали мне. Вот они. Я заказывал 7. Прислали. То есть заказывал 8. Прислали 7. Это вообще был не подписанный. Из 7 у меня растет 1, 2, посчитаю, 1, 2, 3, 4, 5 только, 1, 2, 3, 4, 5 из 7 5 только растет, и то еле-еле он, никак вот метр на метр не вырастет, вроде поливаю, удобрение сыплю, и там это корни, корням, возле корней насыпал перегной там, должны корни расти, песку насыпал, блин, не знаю, чего мне не хватает, хрена знает. Здесь вот палку поставил такую, а то здесь вьюн растет, и вон это, здесь вот есть на пасынках у меня эти помидоры здесь растут. Воткнул, навтыкал так, без корней, вот они растут, не знаю, может помидоры будут, не будут, хрен с ней. Вот, здесь для винограда вот эту палку воткнул, думаю, хоть на метр хоть вырос бы. Ни хрена не растет и все. Вот тут, значит, вот это пион, наверное, надо срезать. Здесь, наверное, затемнение, скорее всего. Завтра, наверное, срежу пион. Все равно они уже отцвели. Оставлю там пенечки небольшие и все. Я уже так обрезал. И они потом все равно растут на следующий год. Так сделаю, наверное. Ему, наверное, темно, поэтому он не хочет расти. Вот, с вами канал «Все для огорода». Вот, хочу уже переключиться на другой канал, потому что я здесь уже 1000 подписчиков набрал и 1000 роликов, больше 1000 роликов сделал. Поэтому, наверное, с 1 августа буду уже делать видео для канала «Огород на всех широтах» и «Сад на всех широтах».
туда заходите, кто хочет свежие какие-то видеоролики смотреть, туда заходите. А здесь, наверное, все, наверное, закончу. Я там наснимал несколько роликов, то есть я загружу и больше, наверное, здесь, наверное, не буду столько по много делать, по 5, по 10 даже делал, а никто не смотрит, смысла не вижу. Поэтому я там буду, на том, на тех, для тех каналов надо делать ролики. Почему вы скажете 3 канала? Потому что, я говорю, у меня был один канал, давно, еще в 2015 году я открыл его, и я привязал туда второй канал. На одном канале тип монетизация была, на другом. И вот в 2020 году его украли вместе. Два канала украли с монетизацией вместе, и все. Писал жалобу Ютубу. Они мне написали: да, мы знаем, что у вас канал украли. Ну и все, на этом дело все прекратилось. И все. Думаю, надо открыть новые каналы. И уже как бы открывать уже один канал на разных почтах, почтовых ящиках. А у меня был открыт на одном почтовом ящике два канала привязаны. Вот так как бы ушло. Если бы была разница, ну как бы отдельно. А там было на одном 5 тысяч подписчиков, а на другом 200 тысяч подписчиков. Но если украли бы, допустим, 2 тысячи, где 200 тысяч подписчиков, хоть там у меня другой канал остался, там где 5 тысяч подписчиков. А здесь пришлось с нуля открывать каналы в 2020 году. Вот. И набирать подписчиков. И делать опять заново видеоролики. Ну ладно, спасибо за просмотр. Здесь уже темнеет. Вот. Вот так темнеет. Вот такие у нас. Здесь душица так светет. Здесь вот так вот. А здесь у нас фоксики. Подписывайтесь на мой канал. С вами канал «Все для города». Всем пока-пока.